Добрый день, дорогие друзья! С вами музыкант Сергей Замбровский. Я сейчас приступаю к ремонту гармонии, которая является советско-итальянской. Почему так? Потому что изготовлено было в Советском Союзе вот эта гармония. Вот, а ко мне она прибыла из Италии. То есть она делает путешествие сначала в Италию, затем к такому баянисту и гармонисту, как я. То есть я должен ее отремонтировать и привести в порядок. То есть я начал уже ремонт, тут начал подкрашивать, и гриф начал подкрашивать, крышки начал подкрашивать, вот, мех начал уже улучшать, что называется. Вот здесь заднего конца уже новый поставил лидерин здесь. Вот, левую крышку обновил немного. А теперь, конечно, буду приступать к низу. То есть вот этот низ нужно весь его приводить в порядок, потому что он уже в упадке находится, вот в таком состоянии мех. Вот, это низ гармонии. Поэтому нужно приводить порядок, то есть обдирать вот этот старый, тут очень кривой лидерин, обновлять, ставить новый здесь лидерин, ну, а затем, безусловно, собирать эту гармонь всю, собирать раз, и потом приступать, безусловно, к музыкальной ее части. Вот, сначала, то есть, корпусные работы я делаю. Вот, а затем буду приступать, что называется, к звукам. Звукам приступать, то есть настройку делать, наладку голосов и так далее, и так далее. И, конечно, буду на ней играть. Буду на ней играть, как обычно, для проверки, для контроля. Итак, дорогие друзья, здесь работает и с вами разговаривает музыкант. Баянист Сергей Замбровский. То есть она прибыла оттуда, вот откуда эта картина, с тех краев, эта гармония, на обработку.